Доброе время суток, друзья! На медне я думал, как упростить жизнь своим подписчикам в работе с дисплейсментом. И мне пришлось перелопатить около десятка различных программ по генерации ландшафта. В конце концов, я пришел к самому простому варианту. И сейчас я о нем расскажу. Первое. Установите программу Terrain Generator, в которой мы будем превращать проект из другой программы в диспы. Дальше установите маленькую и удаленькую программу GeoControl 2. Скажу сразу, я не буду вдаваться в подробности и опишу только самые значительные моменты. Запускаем GeoControl, не обращаем внимания на этот рельеф и жмем вкладку Is Aligns. Программа спросит, вы хотите начать проект с нуля? Жмем Yes, да. Перед нами вот такой экран. Представьте себе, что это океан, и мы сейчас будем рисовать острова, акигоры. Чтобы рисовать, нажмите на этот карандаш и выберите уровень высоты острова или скалы. Вот, нарисовав такую кракозябину, нажимаем на Generate. После чего увидим следующую картину. Не очень понятно, чтобы посмотреть на результат в 3D, нажмите сюда. Вот так быстро и просто можно рисовать пейзажи. Главное понять принцип, нужна практика. Нельзя не упомянуть то, что мы можем использовать ассеты программы. Красота! Теперь о том, как это переносить на Source. Нам нужно просто сохранить карту высот для Terrain Generator. Готово, программу можно закрывать. Запускаем генератор, и тут важный момент. Чем меньше будет каждый треугольник и чем больше диспов, тем детализированней будет и ландшафт. Но и нагрузка будет ого-го. Далее идем во вкладку генерации. Здесь находим пункт карты высот, где указываем файл, созданный в GeoControl, и степень выдавливания. Получается что-то вроде этого. Осталось экспортировать проект в формат карты Хаммера. Но перед этим нужно зайти в настройки экспорта. Уберем все лишнее, а затем укажем степень детализации диспа. Осталось лишь сохранить карту. Открываем Хаммер и загружаем проект. Вот и наши горы. С одной стороны, мы получаем красивую картинку, но с другой – удар по оптимизации. Здесь очень важно сохранять золотую середину и стараться минимизировать количество диспов. При этом не херя качество картинки. Но это дело практики. Надеюсь, мое видео станет для вас полезным. Напишите ВКонтакте свои методы построения ландшафта. А я скажу удачи, тамадачи.